что, автостолица? Встречай, люди из деревни! По деревне шла и со стадом овец деревенская Катя пастушка. В Санкт-Петербурге есть такая традиция. Каждый день в 12 часов с Петропавловской крепости стреляет пушка. Ага. А у нас в деревне есть традиция, что каждый день в 12:03 нам нахрен разносит мельницу ядром. Вот, оттуда мы приехали. В общем, здрасте. А в Тольятти мы не просто так пожаловали, а чтобы новую жизнь увидеть. Хочешь увидеть новую жизнь? Прими роду у свиньи. Да я не про то. Вот тут в городе, например, есть специальные законы. Так у нас тоже свои законы есть. Вот один недавно приняли. Если за бабой в бане подглядывает больше 30 человек, то она приравнивается к СМИ. Вон, Машка даже аккредитацию получила. Мужики, вы бы нормально поздоровались бы. Ну да, здорово, городские. А мы приехали, чтобы новую жизнь увидеть. Хочешь увидеть новую жизнь? Вон, езжай в Америку. А что там, свиньи как-то по-другому рожают? Так, Герман, Ярик, скажи ему. Ярик, ты чего молчишь? Воды в рот набрал. Ты же мог ее выпить. Да я и сейчас могу. Да хорош. Мужики, вы такие грубые. Я одна баба на деревне. Мне тяжело. Знала бы ты, как нам тяжело, что ты одна баба на деревне. Ну вот у вас, у городских, как-то вот все по-другому. Мы на Волгу поехали, ни одной рыбы поймать не смогли. Но чтобы поймать рыбу, надо думать, как рыба. И где мы найдем человека, который думает, как рыба? Ну, здорово, мужики. Алешка, ты че такой странный? Так грядет потоп! Я ковчег строю. С чего ты взял, что будет потоп? Так я доски для ковчега с плотины ворую. Точно бахнет. Ну ты правда какой-то юродивый. У тебя есть хоть какие-то нравственные ориентиры? Конечно, мох на пне. Да я не про то, нравственные. А мох на храме? Народ, а где же Сашка? А ты не знаешь, в него молния ударила. И как он? Как-как? Ожил. Пойду в хоккей играть! Да ну тебя! У меня после прошлого раза все тело болит. Ха, так ты суди нормально! Вот-вот. Я вообще че вышел-то? Новую жизнь увидеть. Да заколотить ему этот свинарник. Сашка, что случилось? Да я песню придумал, слушайте. Кто-то снова рисует на вымени, муравьев называет по имени, говорит с президентом по прянику, гимн Алжира поет умывальнику. Позови врача! Егерь одичал! Сашка, хватит, остановись! Ох, Герман, где ж ты был, когда я из лужи запивать начал? Народ, знаете что? Я подумал, давайте вместо картошки манго будем сажать. Так оно же не зайдет! Так у нас и картошка не всходит. А так хоть пафоса нагоним.
О, тогда я губы накрашу. О, тогда и руки помой. Да слушайте, вообще нам не пафос надо нагонять, а деревню как-то улучшать. Да, у меня, кстати, есть идея. Давайте в нашей деревне построим детские площадки. Не, лучше места для выгула собак. Ну я и говорю, детские площадки. Нет, давайте лучше откроем такие места, где можно машину ночью парковать. Я повторюсь, детские площадки. Да нет же, тут надо что-то такое построить, чтобы денег отмыть. Алло. Я невидимый, что ли? Детские площадки. Слушайте, вот я считаю, что нам, деревенским, нужно идти в ногу со временем. Так давайте, я науку развивать буду. Тем более, я недавно корову и мышь крестил. И чё, получилось? Да хрень какая-то. Только изоленту перевёл. Да не, народ, для начала в деревню надо дорогу построить. А где она будет проходить? Да, по-моему, через сеновал. Дорогу через сеновал нельзя. Два путанообразующих предприятия в одном месте. Это слишком. Да ну что ты такое говоришь? Будет дорога, по ней хоть гости смогут приезжать. Ла-л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 а
Сашка, ей-богу, ты какой-то дурной. Я дурной? Это наш председатель дурной. Вы слыхали, что он себе недавно сосок проколол? Конечно. Я ж так поэтому за него голосовал. Интересно, а он на второй срок пойдет? Конечно, пойдет. Третьего-то ему не дано. Так, все, хорош уже городских своими проблемами грузить. Заканчиваем. Ну вот и что хотелось бы сказать в конце. Мы заметили, что между нашей деревней и Тольятти есть что-то общее. Я бы даже сказал, много общего. Так что я бы на вашем месте задумался и начал бы принимать какие-то меры. Спасибо. Спасибо.